вот сейчас, пацаны, вот если кто-то скажет, что Вадим жадный, вот именно сейчас на ваших экранах произошло то, благодаря чему я могу сказать, что все-таки я, если жадный, то чаще всего не к глупости это ведет. Всем привет, друзья, с вами Вадим 2К Хаос, под именем мы начинаем очередной видос по Heroes of Empires, на этот раз не на SM-е. Вот я писал, что мне неинтересно адски сильно раскачаться и 3 часа бегать, но потом, когда мне 20 тысяч человек написали, я представил вообще, что вообще может быть. О, айтем, ух, клево, хилочку спер. Блин. Они не увидят меня. Превосходно. Я даже без ошибок написал. Я все еще плохо добиваю. Стандартный нюк. Два раза заюзал, минус мана вся. Ну да, здесь карта требовательная к мане, ничего не скажешь. То есть в этой карте, мы, в этой игре мы будем бегать по лесам, бить сильных лесных крипов. Есть супер магазин, которого, который я не освещал ранее, где рецепты по 50 тысяч. То есть, ой, эх, не успеваю. То есть будем доживать... Блин, без проблем. Плохо. Будем доживать до очень таких поздних минут, не будем быстро пушить, будем убивать сильных медовых боссов, кроме этого. И, кроме того, после прохождения карты мне же еще дали код на супер-мега-крипа, которого надо завалить. Так что будет чем заняться, в общем. Этого крипа надо будет как-то завалить. Я не знаю, его надо будет, во-первых, найти. А во-вторых, завалить. Что-то как-то Джуманджилос... А, блин, у меня же, кстати, есть деньги на этом. Джуманджилос не бафает атаку совсем. Он, конечно, бережет ману. Несомненно. Так, ладно, плевать. Давайте купим уже эту штуку, а то я... Вперед. Без не добил проблем. Опять. Ну ладно, все. Сейчас будет голда за атаку. Это значит, что... как минимум, что-то я получу. Мне кажется, ты немножко не прав насчет того, что МК не добивает. У него атаки 44, у меня 18. А, ну не, просто я первый раз, когда играл за МК, и, в общем-то, последний, там чувак волной добивал всех крипов. Атаки у него нормально. Так, кстати... Ой, паука пропустил, вот это проблема. Но зато сейчас у меня есть клевый айтем. Мне не нравится с ним играть на одной лайне. Ну, кикни его, напиши, что тебя Вадим забанит. Ну, не знаю, не, ну МК действительно, ну этот чел вообще мне купил лайдом, так что в начале, так что если он будет немножечко фармить больше, чем ты, ничего страшного в этом нет, это вселенская справедливость, потому что он начал в грубе... Я закончил, ветер вообще ничего добить не могу, у него атака 2,5 раза больше, чем моя. Ну, нужен скилл. О, откатилось. Найс! 20 атаки дополнительных. Отравлялочка, 20 атаки. Это клево. Этот мой. Действительно, этот был мой. Не соврала женщина. Но что-то Джуманджилос решил экономить ману, и, видимо, он вложил ее в банк в какой-то. А, бежим! Черт. Привык к СМу, понимаете, после там 8-9 игр в СМ. О, баф пошел! Крипы вражеские кажутся адски ватными. То есть в СМе ты привык, что как бы вот начали бить скелета, это еще ничего не означает. Не факт, что его сегодня добьют. Может быть, он придет и добьет тебе главное здание. А в этом... В обычном моде крипы лопаются, как мыльные пузырики, поэтому надо быть очень аккуратным. А, Джуманджилос молодец, очень хорошо маневрирует. Без проблем. Несомненно. Без проблем. Ой, что-то меня башня, главное, начала бить. Так, все вроде работает. Блин, гадский рифл добил все-таки зомбаря, надо было лезть туда. Без проблем. Не очень хорошо, но, в принципе, не так важно, потому что все равно к лейту все будет получше. У меня все будет все равно хорошо. Смотрите, Кат экономит ману. Ой, мое. Ладно, я хотя бы получаю деньги за удар, я хотя бы получаю деньги за удар. Слабое оправдание. Отлично, МК просел по ХП, и теперь его будут фокусить, он не будет так добивать жестко. Злой Дима.
Так, а куда я курьера делал? Я думал, он у меня все равно забинжен, так что плевать, куда я его уведу. Буржуй с курьером. Да. Где курьер? Ой, ее сейчас мне тут завалит еще нафиг. Моли о пощаде. Так, курьер, курьер, курьер. Да, Вадим, где курьер, видимо, да, сейчас напишешь? Че, я отдал курьера, что ли? Да ладно, ну я его ж прям по линии вел. Да не могло быть такого. У МК 100 атаки. Ничего себе. А че он купил? А, ну у него пассивка на атаку есть. Так, бабу какую-то взял. 4 бонус дэмэдж, 4 бонус армор. Ну так себе. Что-то первые... Ну, с другой стороны, при воровстве можно вообще промахнуться. Ну вот, блин. Не полюбят меня саппорты. То я крипов не добиваю, коней теряю. Ну уж какой я есть, ладно уж. Да ёшкин кот, как я не добил-то? Это мой точно. О, верняк. Видите, главная уверенность. О, лучница. Лучница услужливо подошла. Ну все, башню сейчас я распилю. Е, 231 голда. Халява. Жалко, что не смогу я получить артефакты. Но. Не, атаки у меня уже дофигища вообще. Конечно, не благодаря 4 бонус демы. Да ёшкин кот, дофигища. Что происходит? Ладно, надо переключиться. Понимаете, когда ты сыграешь 15 игр на СМе, то есть некоторые привычки. Надо после них переучаться. То есть, как бы, тап надо бить крипа, когда все совсем плохо. А здесь просто реально на СМе, где очень сложно просто подходить к крипам. Проще мне было добивать, чем сейчас. Они не увидят меня. О, не, атаки у меня очень много. То есть, главное бить рано. То есть, вот эти СМовские привычки забыть и бить, когда у цели там... Ну, когда у скелета там четверть хп, например. Все. Видите, от СМовских привычек избавился? Ну. Без проблем. Ну. Эх, зря. Не успею второй раз ударить. Ну и ладно. Можно даже чуть башенку побить. Писали, кстати, что у башенок... Ой-ой-ой. Ну, хотя плевать, все равно отрегенись. У меня и хилочка есть. Блин, пошел босс, а у меня... Ульта даже не выучена. Почему-то. Я тут. Ульта не выучена? А у тебя уже ульта есть? Ничего себе. Ну, в смысле, ну, 8-й левел еще нету. Ну, я 6-й вон. Ну, я тоже. Не, ну, мы, наверное, все одинаковых уровней, потому что... Не, ну, у меня, например, Джуманджил свалился сейчас, так что... А. А у тебя гнома там валили. Так не, он отхилялся аватаром. Да, отхил аватаром — это моя любимая тема. Так, все, паука забрили, не бей меня. Все, найс, ну а тебе. У меня есть 240 true damage, если что. Клево, я же еще замедляю скорость атаки своим ядом. Не, ну яд — это очень, очень хорошее воровство. Ой-ой-ой-ой. А, давайте оббежим весь мир, подумала моя баба. О, найс, у меня рефлект. Некуда класть. Boots of Courage. Что за Boots of Courage? Не, ну Boots — это в любом случае клево, хотя, может быть... Не знаю, может быть, мне не особо нужны сапоги, лучше, наверное... Хочется, конечно, иметь сапоги, чтобы быстрее оббегать камни, но объективно саппорту они нужнее. И еще я спер очень клевый айтем, это броня и очень много рефлекта. Я, конечно, не танк, но все равно этот айтем мне пригодится, потому что мне все равно рано или поздно будут бить. И главное, что это 22 армора, то есть у меня теперь плюс 44. О, меня таврки проатаковали вообще, 3 башни, вообще плевать. Так, есть курьер, видимо, где-то, да? Так, все еще есть курьер, так. Моли о пощаде. Так, давайте выпьем тут хилочку. Все, меня не бьем, я отхиленный. Так. Так, теперь давайте курьером затаримся. Курьером, Ring of Agility и меч.
Меч. Так, теперь вот так вот, вот так вот, вот так вот. Небось, никого там не добил. Хотя нет, 404 голды. Кинарий там сломал башню. Как у вас там вообще дела, в общем? Ну, да в целом хорошо. У меня как бы вечно маны нету. Радин почти все добивает. Вот. Убили босса. Я хоть босса заласкитил. Ой, что-то он решил башню отдаться? А не. Что-то он опышный какой-то. Кто, Мурадин? Угу. Ну, он сильный в начале герой, но так, по идее, это чувак с... Мне, кстати, кто-то в жесткой манере писал, типа, почему я не собирал Мурадина в ДДшера, потому что у него пассивки на ДД. Но у него очень базовая скорость атаки, и поэтому... низкая базовая скорость атаки, поэтому если чувак с низкой базовой скоростью атаки начинает собирать что-то на скорость атаки, на атаку, то бьет он все равно очень медленно и плохо. И это печально, на самом деле, для него. Так, слушай, надо... а у тебя конь этот на базе там, не? Нет, нет, он у меня. А дашь это, контроль, я посмотрю. Так это не мой конь, это Джуманджиловский. А. Они не увидят меня. Они не увидят меня. Так, ну что, теперь у меня атаки очень много. Хотел сказать, нет никаких оправданий, если я не добью крипа. Блин. Но походу есть. Или есть или нет, не знаю, но походу нужны. Мой. Так, ну все, у меня сейчас, конечно... Вот сейчас уже пошло золотое время мое. О, кстати, вот эти... Грудь надо женскую на 4 атаки выложить потом. Нам нафиг не нужна. Ну, Джуманджилс передам. У него есть еще слоты. Типа, почти тауэр подобрил. Грудь нет. Ой, нет, надо валить, надо валить. Вот, вот сейчас, пацаны, вот если кто-то скажет, что Вадим жадный, вот именно сейчас на ваших экранах произошло то, благодаря чему я могу сказать, что все-таки я... Если жадный, то чаще всего не к глупости это ведет. Так, 8-й левел. Надо украсть Пуджа. И украсть Пуджа. Ай, промах по Пуджу. Обидно. Обидненько. Не думайте, что все из-за того, что у меня забиты все слоты, потому что даже если забиты все слоты, то... Оть! Блин. То все равно айтем на землю падает. Меньше болтать, надо больше вас хитить. Иду регенить, к боссу подойду. Ну, естественно, босс через 2,5 минуты. Ну ладно, благо мы ему отдали ботиночки. Сейчас надо... С 3 ударов скелета забираю я, представляешь уже? Здорово тебе. Зато у меня бутербродиков нет. Ну у тебя же типа маг, кстати. Да. То есть ты, по идее, не должен отличаться высокой атакой. Они не увидят. Фух, меня. Благо, я атакую быстрее капитана, так что. Текс, 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 текс. Ну, мне кажется. Ой, блин, я тут танкую. Мне кажется, эту флейту собрать надо, потому что она хоть и забивает слот. Это да, но у меня монокосты дикие просто. И... Ну, решил меня подблочить. Он хотел мне хилку, наверное, передать, увидел, что места нет. Да блин, ну я. Вообще красавчик, блин, двух скиллов. Кстати, может, я немножко про своего героя хоть расскажу? Давай, расскажи. У меня он очень интересный. У меня первый спелл, ну, который, типа, можно спамить КД 10 секунд, ауешный дамаг просто, ну, то true урон. Здесь, кстати, кто не знает, есть, ну, как, не знаю, в лоле, например, как бы, ну, true damage и обычный, им просто магический. То есть магический здесь не полный урон наносит. У всех есть какой-то magic resist, в любом случае. Вот. У меня типа весь урон ну, чистый. Потом есть заклинание, которое дамажит сильнее от того, сколько раз ты его прожал за игру. То есть у него в целом очень, большая, очень большой урон. Но он увеличивается от того, что ты его прожимаешь периодически. Они не увидят меня. Есть ульта, которая дамажит на 6000 урона сразу на первом уровне, плюс 4% от максимальных хп. Ничего себе. Чего, 6000 это 4% от твоих максимальных хп? Плюс 6000 плюс 4% от максимальных хп. Твоих или жертвы? Жертвы. А, забавно. Угу. Вот. Ну и есть шанс магического крита 24% на последнем уровне. Без проблем. И угу. Штука какая-то там, я ее не качаю. Без проблем. Да, магический крит это очень круто, конечно, в такой, в простой карте кварику. Ну да. Вот сейчас пойдет босс, я его ваншотну, наверное. Но главное, чтобы как бы только босс там был в том месте. Ну да-да-да, это типа скиллшот, ну, то есть... Короче,
Ого, 2000 хп у него всего лишь. До свидания. О, том интеллекта. Как раз и маны. О, банки маны у него были. Отлично, просто я теперь царь бог этой линии. Так, что тут есть? Potion of Greater Healing. Не знаю, арморчик что ли передать своему чуваку? Да хотя не знаю, его и так не бьют вроде. А вот мне лучше не передавать арморчик. То есть я буду получать от башен. Ну, то есть, больше получать удовольствие от игры, меньше парить. О, сейчас подхильчик от него. Подхильчик от моего саппорта. Жалко, что на ману ничего не выпадает. То, что по сути, ну, айтемы мне выпадающие из таких простых боссов особо не нужны. А вот, ну, потому что я все равно буду затариваться на что-то клевое. А вот саппорты бы они пригодились. Потому что, ну, прям целенаправленно тратить деньги. Блин, надо было. Надо было добить. Потому что, ну, нету конкуренции точно за ластхичу. Кстати, купить бы мне меч на лайфстил. Идет благословлять. Отлично. У Думанджилоса ульта, как вы помните по прошлым играм, бафает меня на всю игру. Давай, бегай. Ну, сейчас уже прям с двух ударов гашу скелета. То есть, видите, вот первый стак его ульты. Смотрите, паук меня проатаковал, и сразу же его там это, за него взялись. А, кстати, воровство, блин, надо было Пуджа ограбить. Еще мало того, что убить, еще и ограбить. Ты негодяй. Да. Они не увидят меня. Блин, что-то не того бью. Давайте скелета. Так, вот этого давайте. Так, теперь давайте Пуджай. Это сила. Черт. Ну, сила для меня хорошо, конечно. А этот... Надо... Пришло время отдавать долги. Не надо ему 30 силы. 30 силы для него это еще и 30 атаки. Ну, найс, все, гному я вернул долг сполна. Конечно, тут есть проценты, должны быть проценты, потому что... Да, блин, хватит мне гасить. Потому что все-таки в начале игры важнее айтемы, но все-таки 30 силы для силовика это прям мечта. Все мое, отлично. Так, и передаем айтем. Уже целый айтем я собрал, даже ленясь таскать что-то промежуточное. Так, давайте вот так вот, на всякий случай, вот так вот. Так, все, теперь появился лайфстил, и теперь можно периодически гулять в лес. Лол, на башню вообще мне наплевать. Башня бьет, не бьет. На, все, ухожу. Так, можно было бы как-то в лес заглянуть, но в лес, я так понял, это... А, босс скоро. Ну, отлично, я как раз куплю штуку на ману. Да плевать, я думаю, пока придет босс, пока он пропушит, мы уже успеем там довольно много покуролесить. Так, могу тебе купить что-нибудь за 1800, если хочешь. Сейчас не знаю, сколько там прицеп... А, я, кстати, я же конечку купил. Сейчас посмотрим, сколько там прицеп стоит. Так. Че, ломаем тут всех. Джуманджилос верный рядом. А, рецепт 5000 стоит, охренеть. Да, не быстро я тут соберусь. Там какие-то клевые айтемы есть. О, можешь мне купить как-нибудь этот, который открывать надо золотом? Ну, как бы... Как раз это, по сути, способ передать золото. Могу. А он 3300, да, по-моему, стоит? Ну, что-то такое, да. Как раз буду его открывать потихонечку. А этот спайкит карапас 22 армора. Уже пипец. Так, надо Джуманджилосом выкинуть эту штуку, а то вдруг он не помнит, что это отстой. Черт. Просто отстойный айтем. И, ну, он может не понимает, что он отстойный. Ну, как-то, этот, когда ты играешь, Че тебе купить? 3300. Ну, вот этот чест, голд чест. Ага, 3300. Хорошо, сейчас я... Я вот в лошадь положу, ну, в смысле, я там лошадью рядом встану. Так, найс, пойдем тогда босса убьем с Джуманджилосом. Вот я рядом с твоей лошадью, ну, с Джуманджилосом. Блин, у меня 3275 голды.
всего. Так, Potion of Healing тут, кстати, валяется всякие. Джуманджилос недоволен происходящим. Мне кажется, все норм. Просто пипец, в наглую пошел на крипов, на всех. Ничего себе, сейчас просто с пылом ваншотнул Пуджа. Что-то все плохо. Крипцы, вы будете? Ладно, все. Понты. Понты понтами, а жизнь дороже. Ну я прикольно ворвался на босса, на всех крипов, просто так, просто посреди поля, короче. Что, там есть у тебя деньги уже? Деньги есть, да. Деньги. Так, вот купил. Оп. Я не, вот здесь уже не смог прожать. Инкомную фишку купил, да не себе. Вот это просто эпический момент. Ну потому что герой мой мечта инкома. Мне, в общем-то, и так норм. Так, куплю себе супер-мега-армор. Ого, 4500. Только один из айтемов. А, интересно, это сундук можно юзать у коняшки? Ну, я пробовал. Я думал, что типа этот комиссия моя будет. Нельзя, да? Ну, ладно. Вообще можно купить... О, кстати, жесткие эти черепашки-то. О! Мурлок, нет! Еще со скиллом от интеллекта. Моли о пощаде. Который тоже наносит, только дай какой урон. Так, сейчас... Большой урон или что? Ну да, ну в смысле чистый урон тоже. А, чистый урон. Блин, что-то меня пробивает, кстати. Ну надо, сейчас это арморку как раз соберу. Тип защиты будет геройский, так что норм. Вообще хорошо, конечно, сплэш взять. Savage Claws. Voodoo Doll. Ну я помню, да, эти куклы тут всякие валяются. Без проблем. Так, ну там уже супер-мега-босс. О! Или что, боятся? Вас не боятся? Я не понял. Вас боятся? Не боятся особо. Тык-тык-тык. Они не увидят меня. На, гад. Несомненно. Scroll of Strange, если что тут есть. Если тебе нужен будет. А что он дает? 30 сил. А. Так, что, покупаем? Ну, теперь 5000 уже нужно скопить, а то мне мест нету в инвентаре. Ну, я пока покупаю себе. Мне надо купить арморчик, а то я не могу нормально по лесам ходить. Не, ну я вот пока буду тыкать. Чест этот. Ну, да. Ласт хитить, 5000 копить. Что делать еще? Убит герой наших союзников. Несомненно. Что-то там люди отдаются. Город наших братьев напали враги. Ой-ой-ой. Сейчас, мы быстро. Это все-таки не СМ, здесь ничего страшного нету. Так, коняшка, 8800. Ну, ничего, тут вот мои денежки, в общем. Ух, как больно-то, а? Вот? Блин, сейчас бы отдаться сразу. А где Джуманджилос-то? А Джуманджилоса нету. Не, саппорту нужно постоянно быть в своем кэрри, иначе все будет плохо, как сейчас, надо бить хотя бы. Ой, да лол, ну где он там? Ну, понял. Нет, говорит. Ну да, но меня же просто убили, и я быстрее, чем он прибежал. Ну хотя, может, он очень долго шел пешком. Ладно, у меня все равно больше хп, чем у футменов, так что я могу сейчас подойти и подраться. О, блин, босс идет, а у меня маны нет. Офигеть, что, хилку что ли, рекавер потратить? Потрачу, пожалуй. Кстати, да, надо... А, хотя ульта откатывается. Надо рекавер поставить. 6. Так. Блин, видишь что-то на КД? Чего? На КД какой-нибудь шмот ты не видел? На КД нет, но это было бы, конечно, прям круче Лиги Легенд, если бы он был... Да. Круче отдельной игры в карте. Я сегодня, кстати, интересная такая тема, просто по фану включил на Твиче стрим по Лолу, и там из 10 героев 5 были старые герои, которые были уже когда я пришел в Лол. Так их они довольно редко сейчас вообще добавляют. Ну да, но не в которые были уже сразу, понимаешь? Наших братьев на Potion of Life and Mana. Ну все, короче, все Джуманджилосу. Все Джуманджилосу. У Джуманджилоса рай, короче. Я спер
крутой поушен, и еще из босса куча всего выпало. Прям мечта. Блин, что-то я перестал добивать юнитов, что такое? Все, ладно. Что он нажадничал там? О, Crushing Wave теперь есть обилка у Джуманджилоса. Так, так. Блин, мне еще надо 4200. Уже 4000. Ну, сейчас, в общем-то, количество голды очень быстро... алло, а чё паука-то не било? Родная. Офигеть, представляешь, я с бафом Джуманджилоса скелета почти с одного удара убиваю. Я с одного нюка всех убиваю их. Так что... А, ну да, маги, не, маги тут мощные, конечно. У меня, правда, еще, ну, это предпоследний уровень скилла. Все, плюс 4 есть. Фиговина. Potion of Healing. Ну вот, хоть что-то. Без проблем. Гемфрагмент. Если что, у меня... Если ты вдруг будешь... Ты, кстати, в курсе, что гемфрагменты собираются даже хоть... Да пусть... я только что выкинул один. Ну, я знаю, знаю. Пусть их хоть два даже будет, они все равно будут собираться. Без проблем. Моноберн. У меня есть. Я просто думал, что надо, например, только три штуки, и только тогда соберутся. А так прикольно, что две они соединились, третий добрал. Добрал. Прикольно, конечно. Не, вообще, вот автор этой карты, если бы сделал ТД-шку, было бы тоже круто. Потому что карта реально такая. Ну, какой-то чел писал, что он 3 месяца, по-моему, играет каждый день и до сих пор не смог всех боссов пройти на этой карте. Ого. Вообще интересно, конечно, пройти ее на СМе. Блин, интересно зомби-шлем собрать. Так, зомби-шлем, heavy helm, whatever. Вот. Зомби-шлема 3 шлема внизу. Да-да-да, я вот уже смотрю. Что-то можешь купить сразу какой-то. А, в принципе, да, почему нет? Кстати, можно... А, это же обычная линия. Так, а, это... А как на возвышенность подняться, ты не знаешь? Ну, кстати, что получается, ХП реген качну, мана реген есть, и типа, можно с лайна не уходить. Чё? А, с лайна не уходить? Ну да. Ну да, типа, реген всего. Без проблем. Превосходно. Так, осталось чутка, я соберу крутой армор, который мне нужен, пожалуй, больше, чем крутая атака сейчас, потому что он даст мне возможность вообще... с лесов не уходить, то есть прям пушить вплоть до, ну, главного босса не знаю даже, главного босса, наверное, пока маловато мощей. Здесь, кстати, есть какой-то ассасин, который сноуболится за счет того, что с каждого убийства моба получает чистую атаку. А вон у нас есть он, есть? Алёха ассасин. Клёво. Никита 7. Клёво, кстати. На левом лайне. Угу. Так, я почти добрал. Почти. Да блин, задолбало. О, еее. Ух ты ж, ничего себе. Дамаг. Теперь главное, чтобы Джуманджилос не... Ой, я отдался. На радостях. Ну ладно, не надо на базу бежать. Так. Ну ладно, сейчас... Блин, не на ту линию пошел. Ну ладно, сейчас я быстренько крипцов допушу, сломаем, наверное, 3 башни и пойдем в лес. Как раз крипы после этого чувака отрегенятся, а то он тут, блин, устроил массовую зачистку. По пустому лесу не так интересно ходить. Хотя еще и в центре есть лес, конечно. Так, ну что? Ага, теперь 12 тысяч урона плюс 6% максимального хп. Теперь, наверное, нужно покупать айтем на геройскую атаку, либо сплэш. Хотя сплэш глупо покупать. Сплэш, я со сплэшом меньше буду атаковать. О, Огр Лорд пошел. Ага. Говорите точно. Ой, Огр Лорд, это, конечно, на СМе мой страх за рабочего. А я его ваншотнул, ну как обычно. Айтем какой-то с него. Гигантский щит. О, да, макс рейндж атак уменьшает. Это, наверное, тоже, это, наверное, нужная вещь. Да, плевать вообще, а на СМе так было... О, не я добил, да ладно, ну как же так? Опять скролл стрэндж. Я же приказал. Моли о пощаде. Без проблем. Так, наверное, я себе возьму, что ли? Чё там? 50% блок, 150 дэмэджа. Ну да, и отравлялка мне, наверное, особо не нужна. Сейчас я все равно на атаку что-то, а потом карапас следующим.
Я жду приказа. Уберу. Они не увидят меня. Этот мой. Так, сна. На. Ну да, мне вообще теперь наплевать на все. Но я уже вплотную подхожу к их базе, в общем-то. Наших братьев. А кто-то, с другой стороны, враги подошли вплотную к нашей базе. А, ну там Огрлорд, убить не могут. Кого-то убили. Текс. Наших братьев напали враги. Моли о пощаде. Ладно, давайте добьем уже башню. Максимально продвинемся. Ну, в общем, я всех скелетов забрал. Так что разве что пуджа потеряю. Ну, блин, у меня вот прям сейчас все, все хорошо есть. Ой, кстати, удобненько идти сюда. К крипам. Сейчас Думанджилос туда допрет, пойдет. Вместе мы тут всех завалим. Надеюсь, по крайней мере. 711 голды. Как-никак. Здесь, походу, чел наш отдался там, ну или начал отдаваться. Так, нужен мега-меч, я помню. А что еще там надо? Там... А ты шлем зомби для чего будешь собирать? Я уже собрал для супер-армора. А. Он еще пригодится. А я-то для книжки собираю, что, кстати, странно. Без проблем. Да. Так. Ого, 5 секунд теперь у меня КД основного скилла. Искалибур, Deadly Spear, Sonic Gloves. Ага, Deadly Spear, помню, то есть копье и улучшенное копье. И Sonic Gloves, это две перчатки еще надо. Так, ну что, тут бегаем, всех режем просто как детей. Черепаху, которая нас обижала, придем, она уже ничего не надамажит даже. Так, перчатки такие, сики. Ага, идем улучшать. Ну, кстати, все, все свои деньги практически потратил я. Так, ну что, можно возвращаться наверх идти, там уже и крипы рядом. Ух, сколько тут айтемов валяется, конечно. А, вот сюда надо. Так, Соник, перчатки. Где там этот парень? А что, получается, покупаешь этот самый сундучок этот с голдой, у тебя как бы есть на всю игру квест. Прожимать его? Да. На, фигня, все хвалим. О, 216, нифига себе. Как, типа, увеличивает, ну-ка. Не, фигня. Ну, получше... А, во, я наш... А, корабль? 36 тысяч, ёпрста. Этот, наверное, меня обидит, да? Прикольно. Вот этот event spell, он типа внешний, но в таргет действует. И как бы его нельзя прожать в здание. Но если ты рядом со зданием прожимаешь, оно дамажит здание. Блин, я должен отойти. Да лол. Воруем атаку. Да ё-моё. А это какой-то Ring of Superiority. Ого! Все, плюс 44! Ни хрена себе. Вот этот поворот. Это ты своровал? Да. Так, все, убегаем нафиг. Воришка. Офигеть. Все, плюс 44. Блин, это надо, наверное, этому. Чуваку нашему. Какого? Да ё-моё! Босс! За... Нет! Пустите меня, гады! Пустите! Юху, убежал. Блин, босс, ты меня всю игру будешь приселять? Даже на базу, что ли, пойдешь за мной, нет? Ой, там, блин, уже крипы на базе, ёпрсте. Где? А? Ну, сейчас я приду. На вашем талайне? Да. Так. Да, я и говорю, что я тут загулял. Да, блин, проще их убить. Проще убить и отхиляться заодно, а то потом сейчас об них буду это тормозить. Так. Найс. Да, грабил я неплохо. Все, плюс 44, это просто дичь, конечно. Слушай, что тебе нужно? Знаешь, у меня сейчас нет на это времени.
Так, Брудмазер к нам идет. Ну, сейчас мы ее завалим, мне кажется. А у нас не идет. Да. Он центр. Так. А у нас нет, что ли, босса? Или... Не будет, да, у вас босса. Это типа супер-босс, он идет только по центру. А центр где? У нас... Здесь. Что, можешь пойти убить его? Ну, можешь помочь, я не знаю. А надо помогать или вы, ну... Ну, обычно я справлялся на этом моде. Хорошо. Тогда я башни добью тут. Да, босс, конечно, жесткий с этими станами. Я очень сильно его ультой надамажил, но... Так, надо бы как-то сейчас крипцов завалить отдельно, чтобы никто не мешал драться с боссом. Так, так. Они не увидят. Ой, зря, честно, конечно, он подходит. Это, вот это все, это можно игру выиграть, что ли, одним спилом? Ну, у меня, короче, на... крит это двойной урон. Нет, стоп. Критикалс. А сколько? Брудмазера уже он убил. А, у нас не этот, у нас не центральная дорожка. Центральная дорожка, ну, да, у этого чувака. Мы его убили уже в любом случае. Да. Без проблем. Так, ну что, гасим этого. Того босса, наверное, я не возьму пока. Плюс 44 ко всему. Даже не знаю. Ну, наверное, надо будет отдать этот айтем Джуманджилосу. Ну, как раз, когда я скоро меч возьму, мне там чутка не хватает. То есть сейчас я возьму рецепт. И осталось чутка. То есть этот меч дает мне атаку геройского типа. Ну и мало того, что он дает просто много атаки. Он еще и дает атаку геройского типа. Так, сколько стоит меч? Она здесь как вообще бьет? Нормально по всем? Ну да, намного лучше, чем изначально. А драгон атака это у кого? Не знаю. Тут, кстати, есть кузнец. Представляешь, есть герой-кузнец, который улучшает айтемы. Охренеть, блин. Застелил. Просто... Че? Ну, карта, пипец. Ну да, герой-кузнец, который, этот, без него там некоторых боссов не пройти, надо типа склеить один айтем с другим айтемом. Угу. Но это вообще, на самом деле, реально не карта, а целый мир. Ну да, так а ты вот рабочего вспомни. Рабочий, да, рабочий, красота. Несколько вариантов развития, грубо говоря. Без проблем. Так, главное, курьер не отдать, а то кто-то подберет мой меч за 20 тысяч. Будет обидно, потому что меч неперекладываемый. Без проблем. Так, это обязательно надо, потому что это и хп, и ману, и всему. Все там ему улучшит. И можно мстить боссу. Все. Найс. У меня сбросились все спылы. Когда берешь этот меч, все спылы сбрасываются. Качаем ульту в первую очередь. Качаем нужную вещь. И качаем... так. Бонус от агилити. То есть воровство больше качать не буду. Хотя, блин, надо было на один качнуть воровство. Косяк. Надо было на один качнуть воровство, чтобы, возможно, украсть у босса еще один какой-нибудь супер-мега-айтем. Ой, черепаха, черепаха, спасаем нашего чувака. Ну, хотя у нас Джуманджилос. Джуманджилос саппорт, смотри, 2700 хп, 300 атаки, 60 армора. О, кстати, он плавать может. Прикольно, Мурлок может плавать. Герой Мурлок. Угу. Блин, офигеть. Вперед. Без проблем. Ого, а ну, босс, сюда! Бьет больно. Герой наших союзников. Блин, чертов стан. Че, может, смогу за сетку убить? Блин, мало того, что этот Мурлок такой клевый, у него же еще сетка вот эта мощная. То есть... А! Блин, сейчас же... вернулась! Вернулась хп, потраченная ультом. Он же еще и этот фигачит. Сетку, то есть позволяет вот так вот валить боссов. Блин, жестко. Все, что думал, сейчас добью, и хп, которое я ворую ультой, оно потом возвращается. Проблема в этом. Так, ну все, блин, я даже не знаю. 50% шанс заблочить 150 дэмэджа. Сейчас, наверное, что-то клевое с босса-то выпадет. Надо будет взять это. Так. Какие-то перчатки вот. Я даже не знаю. Наверное, щит выложу. Золотые перчатки. 160% атак спида. 70 армора и 20 хп регенерейшн. Офигеть. Так, это пока тоже выложим. Нет, это фигня вся.
Ого! Да, это ж прям мечта вообще для Джуманджилса. 900 хп, 900 маны, там что-то манна регенерация, что-то еще. Что-то еще. Да, ну, блин, Golden Гандулец, вот эти вот 160% атак спида, представляешь? У вас там, кстати, что-то это, после плохо на линии. У нас? Да я уже подхожу. А. Офигеть, ты представляешь, 160% атак спида. Ну да. А и 20 хп регена в секунду. Legendary Mystic Items, и они все что-то атак спид дают. Это как бы немного странно. Dark Star. А айтем с грозой ты не будешь собирать? Он же несколько раз улучшается, мне кажется, не он знаю, может быть... Я не понял, что какой там. А там же рядом вот с тем, что ты собираешь, то, что из всех амулетов собирается. Там же рядом. Я не знаю, а что делать? У меня вот что-то все лайн пропушено, а эта башенка меня убивает с трех ударов. Лиса. Наверное. Джуманджилс идет становиться сильнее. Я не знаю, сапоги вот эти... Сапоги надо, походу, заменять. Так. Ну что, надо идти в супер-мега-магазин, походу? А, вон. Ладно, пошел босс. Лестер Вампайр, видимо. Блин, этого гада валить вообще, блин. Неинтересно. Собака, конечно, очень жесткая. Вампайр Блад. Хил Элот. Ммм, 7000 хп регенит. Portion of Restoration. Несомненно. Да, забавно. Теперь у меня 16% шанс нанести двойной урон заклинаниями. Так, где мой саппорт? Саппорт! Слишком много ему айтемов дал, он ушел. Он почувствовал себя кэрри. Этот мне не нужен. А, умер, нифига себе. Лоу. Блин, Дарк Стамп. 728 голды уже мгновенно. Ну ладно, придется без саппорта. Так, воровство. Воровство на один, то есть надо обязательно качнуть. Хоть да ё-моё, чё он башню пошел бить? А где босс-то? Тут должен быть босс. Сколько вешать? Я там и один справлюсь, но вот не уверен на самом деле. О, агилити. 160% атак спида, я до сих пор в шоке. Без проблем. Давай, 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 успевай, успевай, успевай. Еее, мега босс завален. Так, ну походу вот эта штука уже не вмещается, а, что ли. Кенкаст ультима, что ли? Вот этот посох. Так, о, increase damage на 200 и hunt begins. Ой, эволюция. Это какой-то посох, талисман, талисман, который позволяет призывать живую гору. Айтем с эволюцией какой-то, офигеть, представляешь? 90 kills to charge с айтем и 90 charge to evolve. Интересно. Айтем с эволюцией еще здесь. И вот он супер магазин, кстати. То есть... Да, жалко, в прошлый раз, по-моему, более крутой айтем выпадал, а сейчас айтем на 200 атаки всего. А, вот супермагазин вижу. Что там есть? Так. 150 ко всем статам. Ну, здесь такие, типа, из вот последних шмоток. Legendary Mystic Items. Так, don't work with Excalibur. 500 дэмэджа. Ага. Immortal и Legendary Armor. А Legendary Armor, интересно, где? Это у нас на базе или нет? Legendary Armor. Да, походу Legendary Armor это не у нас. О, босс опять родился, лол. Game of Hates. Превосходно. 80 ко всем статам, офигеть. Так. О, Game of Hates, Crystal Ball, как раз. Вперед.
Блин, что-то надо выкладывать, с чем-то расставаться. Ничего не хочется выкидывать. Без проблем. Ой, какой-то паучок тут. Чувачок, паучок. О, короче, айтем на статы вот здесь вот есть. Если его соединить с этим... Блин, а что-то я... Где мой айтем? Блин, а что-то голем уязвимый к магии. Ладно, из интересного возьму вот этот Hunt Begins с эволюцией. Пойду пройдусь по лесу. Непонятно, что собрать, короче. У меня есть Immortal, есть артефакт... Ой, точнее, есть... Да, нужна броня. А у вас есть что-нибудь вообще чем заняться? А то я не вижу пока никаких перспектив у себя здесь. Без проблем. Ну, вообще надо собирать какие-то клевые айтемы, сносить там боссов, все дела. Несомненно. Каких боссов? Ну, боссы слева сверху, справа сверху. Ну вот сейчас этот панды вон поперлись. Ну я панду пойду убью свою. А, гнол у меня. Так, то есть нужен вот Legendary Armor. Я жду приказа. 8900 до шмота. Без проблем. Legendary Armor. Где же ты? Vampire's Blood. Heal a lot. Ну-ка. Не. А, это не то. Надеюсь, я успею за минуту вернуться на лайн. Так, там чуваки, он отдаются пант. Я только порадовался, что шмота, ну, что денег нет. Ладно, надо этот. Вот там что-то все. Ладно, сейчас заберем здесь, попытаемся хотя бы вампиризм себе более сильный собрать. Блин. Вообще непонятно, что делать. Ну, понятно, я сейчас прям доминатор, но дальше что делать пока не очень понятно. Так, босса изи завалил. Так, а вот есть еще Арест Сворд. О, никогда не промахивается, ничего себе. Катар, Ассасин Лэнс, Киллер Блейд. Я жду приказа. Превосходно. Так, блин. А где супер... Так. Критующая штука жесткая. Опять сильный босс, опять мы его валим тут. Опять изи. Vampire's Blood, Assassin Lens. О, Assassin Lens у меня есть, предположим. Так, Муген, Assassin Lens и Декапитатор. Сейчас я, короче, буду собирать мугены, шмугены всякие. Так, ну ладно, пройдусь по линии, немножечко заработаю. А, блин, до линии еще надо дойти. В этой линии там уже это дом живет у вас. Ну, я думаю, вот, может не справиться или справиться, не знаю. Так, блуди катана теперь знаю. Ну все, я как минимум соберу один айтем из супермагазина, как минимум. А, ладно, гном так справляется. Молодец. Я, конечно, сейчас деньги недополучаю тем, что бегаю туда-сюда. Ну куда тебя больше-то? Ну, не знаю, все равно. Там айтемы говорят, что по 50 тысяч. Я к ценам пока не присматривался. Я, блин, не спал, надо просто прожимать по КД, потому что чем чаще, тем сильнее он дамажит. Ну да. Ну как, КД у него уменьшается, 64? О, так его качать надо было, лол. Да, конечно, здесь всех спалов КД уменьшается с прокачкой. Не, просто у него монокос 450, для меня это даже сейчас довольно много. Блин, никогда не промахивается, а айтем тоже нужен. А тут частые промахи? Ну да, вот сейчас я постоянно промахиваюсь. Босс. Demonic Sword, Assassin Lens, блин. Ох-ох-ох, Assassin Lens. Что за Demonic Sword? Лайфстил 10%. Шоквейв. Ого, есть шанс сделать шоквейв каждым ударом. Ого, вот это круто. Без проблем. Несомненно. Без проблем. Так, ой, с ума сойти, конечно, с ума сойти. Вон, так. Помогите, там это к вам гном ведет босса. Ого.
Что там, декапитатор, да? Декапитатор Assassin Lens. Ну это то есть на мощные криты. Да изи, короче. Без проблем. Несомненно. Превосходно. Так, ладно. Значит, а что там? Что на лайфстил-то тут есть? 140 хп, а вот это, наверное, 90. На город наших братьев напал. Ого, грейт смонинг юнитов. Ого. Что-то, кстати, там линия просела одна. Вперед. Сильно просела. А ты можешь туда прийти? Нет. Почему? Потому что я здесь. Ну, я еще дальше. Ну, ладно, я иду, ну. Что. Так а что-то он, почему Хейн там что-то фармит? Типа на линии совсем свои забили, что ли? Ну вообще да, вообще сейчас на линиях скучно. Ну, типа, ну по одному человеку это должно стоять. Ну, с нашей линии все хорошо. Говорите то. Фу, прикольно, шоквейв. Спел, который. Да блин, иди уже, глупая! Спел, который кидает шоквейв, это забавно. А, так у вас тоже вы просели, что ли? В смысле, у меня все хорошо. Я на своей линии стою. А ты возвращаешься с дефать базу? А? Нет? Не возвращаешься дефать базу? Ну, блин, надо все-таки. Я просто... Где все, я не понимаю, блин. Ну, я не знаю, я бегу через всю карту, я уже полкарты пробежал. Ты бы уже дефал бы. Блин, Дима. Жадный. Ну, я просто через всю карту уже почти добежал до базы. Ты бы уже давно был бы на базе. Нам сейчас базу просто разнесут, и мы проиграем. Ну, я тоже бегу. Молодец! Да ты был в полтора раза ближе, чем я. Ну блин, да, а там люди вообще на базе стояли, вот чё они не дефали. Ну они слабые, там два чувака очень слабых, они гребают жестко. Так, ладно, этого чувака я буду долго бить, надо босса валить. Босс очень сильный, ну, против зданий. Наших братьев напали враги. Блин, ну, сейчас, кстати, Эншот Гидра пойдет. Ну чё там, дефает, нет? Без проблем. Не знаю, купить криты, наверное, надо купить криты. Супер-мега криты. Супер-мега криты, наверное, нужны. Тем более я знаю, как их собрать. Без проблем. Так, ладно, пойду на свою линию. Надо вообще им базу хорошенько так почистить. Чтобы наши крипы стали сильнее. Хотя сейчас нашу базу хорошенько так почистили. Deadly Spear, Deadly Lens. Что там еще? Блин, что там? Муген. Где Муген? Что-то я туплю уже. Так. А, декапитатор я вообще ищу. Deadly Spear, Deadly Lens, Талисман. Охренеть, я сейчас убью тут. Убит герой наших союзников. Этот мой. Что, я их базу разнесу, не разнесу? Несомненно. Моли о пощаде. Блин, все плохо, походу надо возвращаться. Да не, разноси. Да, хотя... вы задефаетесь? Я не знаю, я сейчас резнусь. Хотя у нас двое мертвых. На город наших... Просто я наших крипов усилил. Трое мертвых, возвращайся. Да лол, ну сейчас здание сломаю. Ищу что-нибудь. Я, по идее, наших крипов очень сильно усиливаю, но... Блин, а Джо Манджелс тебе сильно, или он не дефает вообще один? Не знаю, да дефает, наверное. Но я его поругал, что он пару раз от меня уже... Фу, я, конечно, здания вражеские сношу очень быстро за счет вейвов своих. Ну да, так у нас тоже, ну ладно. Не, ну вроде не так все плохо, а я тут прям совсем расчищаю базу. Ну я, типа, могу вот одну линию спокойно держать, как бы, если там вот не копится миллион юнитов на ней? Наших братьев напали враги. Блин, плохо, что постоянно надо дефать что-то, я отвлекаюсь и... Ну, плохо, да. Я не успеваю ничего собрать, блин. А, армора, только я собирался отступать, он заюзал армор. Плохой тимплей. Вейвы, конечно, адские. Так. Без проблем. Так. Что тут еще есть? Главная база тут есть, блин, еще. О, тетя, живи, родная. А, блин, не успел заюзать хил. Стой.
Так, пойду завал разгребать, завал крипов. Так, ну сейчас я соберу мега-мега-мега айтем и могу тебе собрать сильные. Там гидра, здесь еще чуваки. Но я сначала сюда, что ли? Хотя нет. Я могу, кстати, я пойду, наверное, гидру дефать. Там что-то толпа такая. Ну да, все плохо. Причем гидру я даже не ваншотну. Показатель того, насколько она клевая. Хотя у меня сейчас левелап будет, и может быть и ваншотну следующем уровне мультой. Долго обсуждал? А. Ладно, начни идти, да, наверное? Ну да, наверное. Хотя мне надо купить в любом случае коняшку. Этот мой. Превосходно. Офигеть, это так много гидр этих. Наших братьев напали. Без проблем. Блин, никто тут не дефает, все пришли на гидру, которая и так сдохла. Давайте, блин, всей толпой придем. Ой, я там башню сломал, главное, я вообще даже не смотрю, что там происходит. А, нет. Блин, нет, тут главную базу пока не надо гасить. А! Ну, может, не надо? Ну да, потому что тогда игра кончится. А-а-а. Время мало, без проблем. Так. Ага. Катана, Долсворд, Аккурейт Сворд. А все-таки Аккурейт Сворд был нужен, смотрите-ка. Е. Так, все. Теперь мне надо вести... Теперь мне надо вести. Купи рецепт этого, если, ну, если тебе много денег, купи в Legendary Mystic Items второй рецепт. Это где? Ну, Legendary Mystic Items, это правый магазин, ну, из последних. Ага, какой айтем? И второй, там этот, ну, алмаз. Тогда. Diamond of Knowledge. Купил. Да, и вот я, моя коняшка рядом. Так, ну чё, ломаем тут. Ааа! Блин, сейчас как отдамся. Че, я успеваю? Да вроде успеваю. Этот мой. Забавно, что бьешь основное здание, сносишь побочные. Этот мой. Выбор. Говорите точно. Да. Сколько вешать? Убит герой наших союзов. Несомненно. Ой-ой-ой. Что-то у нас минус 2. Минус 3 героя. Я отдался, походу. Наш герой погиб. Черт. Все плохо. И боссы, ну, через 4 минуты. Блин, нельзя отдаваться, очень много денег уходит на это. Ого, ого, а что за суккубы пошли? Ну вот, новая фишка. Ну, я им базу очень сильно разнес, то есть, по идее, наши крипты должны быть очень сильные. Так, да, суккубы уже сильные. Надо мне купить на атаку вот этот айтем. А они теперь каждую волну будут идти или так? Да, наверное. Раз... О! Так это жестко. Блин, давай, рождайся уже, родная. Блин, мне нужен этот вампир фанк с каким-то образом, наверное. Мне кажется, что, скорее всего, из него улучшается эта штука. Ну, он чувак написал, что где он его взял. Ну да, но вампир-то больше не пойдет по линии. Mm-hmm. Ну, их два, как минимум, конечно, шло, поэтому еще у кого-то есть. Ну, не факт, конечно, что именно он мне нужен. Во, суккубы захватывают рыцарей. Наших. О, гном, молодец. Ну, молодцы, пацаны, задефали заранее. Так, ну чё, я иду собирать супер-мега-айтем. Надеюсь, что у меня хватит денег на это. Первый сборный. А, суккубы это типа герои, что ли? Ой, не знаю, короче, но дамажат они до хрена. Хоть одного убью. А, вампайр, да. Видишь, это какие-то типа боссы. Так, если что, вот эти фанксы подбери. Мне бы очень они пригодились. У меня, ну они вот здесь лежат, если... Без проблем. Блин, ну ладно, сейчас я объединю копье хотя бы с крутыми айтемами. Без проблем.
Коняшка, давай не отдавайся. Поспевай за нами. Вперед. Офигеть. Просто все такие, подходи, подходи, убью. Так, коняшка пока жива, зашибись. Без проблем. Ну все, второго вампира, походу, добиваю. Этот, на левую линию, левую линию, пожалуйста, задефни. Я не знаю, почему они здесь, вот почему Кинари, это же левая линия его. Он там начинал. Почему он здесь? Ну я не знаю, Ну, надо это... Я просто сейчас иду, наконец... Я, кстати, может, мне не хватит на этот тайтл, у меня всего 32 тысячи голды. Вперед. Убит герой наших союзников. Превосходно. Без проблем. Превосходно. Да, босса я уже вообще просто через атаку иду. Clock of Vampire Skin и Vampire Funks. Вот тут есть у меня, да, и то, и другое лежит на моей линии. Ага, ну я сейчас не знаю просто, надо, не надо. Так, ну все, сколько стоит этот айтем? 20 тысяч, ага. Ну они вампиризм дают, ну там, в Vampire Funks в любом случае. Я жду приказа. Так. Без проблем. Несомненно. Без проблем. Убит герой наших союзников. Текс. Еее, первый сборный мега-айтем у меня есть. Текс, а что тут есть еще на вампира-то? Текс. А что, собирается из Corrupted Sword, получается? Что собирается? Блин, мне, видимо, тоже надо что-то там присматривать себе. Ну-ка. Что-то из Corrupted Sword. То есть, Даймон, что-нибудь этого есть? Так, курьера надо тут в уголок поставить, короче, чтобы всегда была подсветка. Ой, тут еще кто-то родился. А там же есть вроде как эти не сборные, что ли, артефакты? Dragon. Например, этот... Да, 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 те это боссовские. О, Акалит. Они не увидят меня. Фу, больше разговоров. Без проблем. Так, блин. Ассасин Лэнс, Киллерс Блейд, Катар. Ассасин Лэнс, Киллерс Блейд. Киллерс Блейд. Вот. Без проблем. Несомненно. Говорите точно. Сколько вешать? Вперед. Текс. Как сюда, интересно, попасть? Куда? А, в пещеру. Ага. А, Killer Blade есть у чувака. Там Killer Blade нужен? Катар и Ассасин Лэнс. О, я в пещере. И... Блин, нам тут базу сносят, алло! Да, о. Да офигеть, ну где все-то? Я понимаю, я мы тут, знаю, блин, хоть... Я не знаю, что с этими людьми не так. Я бегу. Без проблем. Блин, я встану вообще вечно в каком-то. 17 тысяч критую я, офигеть. Город наших братьев напали враги. Ага, ну, наверное, сейчас главный дом снесут. Ну где все? Ну что такое-то? Алло. Вперед. Кто там на том лайне был? Надо их запомнить. На город наших братьев напали враги. Блин, я сейчас еще отдамся. Время молоко. Слушаю. Превосходно. Мисс 26. Ого, 2000 голды на всех. Лэшнери армор. На город
Наших братьев на 222 армора. 222 армора. И Кинари не дошел. Сколько вешать? Без проблем. О, легендар армол. Армор. Вместе с Инморталом собирается. Че, курьера убил? А, не, жив. Так, 32 тысячи. Ура, гном молодец. Блин. А-а-а, да ладно, давайте всех убьем. Так, сейчас я стану еще сильнее. Так, ну ладно, через атаку сюда пойдем. Блин, я не могу найти лайфстил, это как проклятие какое-то. Так, и Killer Blade, Катар и Assassin Lens. Без проблем. Время молота. Несомненно. Без проблем. Несомненно. Без проблем. Ваши приказы. Несомненно. Блин, надо было попробовать обокрасть этого чувака. Фейл. Представляешь, там из него что могло бы выпасть? Ну, а я не видел что-то чувака, поэтому... Я вот вижу, что опять левую линию никто не дефает. Я пойду на базу, наверное. Надо купить еще курьера. Блади катана. Блади катана тут не нужна для этого. Сколько вешать? Киллер Блейд и Катар. Ну, Катар я помню где. Ого, а что Карем такой быстрый-то? Фу. Бежал от него. Э, ты... Ты не задефаешь? Да ладно, тогда я рядом с базой. Я не задефаю, конечно. Тут а, задефаешь? Толпа. Нет. А не задефаешь, хорошо. Ну вот Кинари пришел, я не знаю, что он может. У меня убивают, да. Ага, ну я иду, я уже почти подошел. Блин, надо понять, что собирается из голден вот этих перчаток. Может, есть еще какой-то более секретный магазин? На город наших братьев так. Были враги. Так, Golden Helm. Герои наших союзников на нас напали. Время молота. А вот уже не все. Геншилд. Так. Ну ладно, я. А, блин, мне надо сейчас купить этот еще одного курьера. Хорошо, вот там курьера оставить в уголке, вперед. Чтобы это. Ну да, да, да. Смотришь, хоть что надо. На город наших героев. Так, понятно, тут отдаемся. Ассасин как-то отдается, офигеть. Так, Killer Blade. Так, еще раз, Killer Blade, Assassin Lens. Так, ну Assassin Lens это совсем просто. Так, ладно, тогда ты будешь Ctrl 6, а вот тот курьер будет Ctrl 5. Давайте купим Катар. Lightly Sword и Basic Clothes. А может Assassin Lens это то, что у меня было там? Нет. Так, теперь вот здесь все плохо, ладно. Блин, походу Assassin Lens еще нужен. Че тут Lightly Sword и Basic Clothes? Значит, я по ним уже ничего не навожу почти. Это качнулись, что не скилящиеся заклинания еле-еле урон наносят. Хоть и чистым уроном. Да, понятно, блин, нужен еще один Assassin Lens. Надеюсь, он там выпадал. На город наш
наших братьев напали враги. Текс, ну что, здесь, надеюсь, пацан справится? По приказу. Такс. Паучок. Да, блин, ну алло, я ж... Чё такое? Ты чё, в третьем магазине? Ладно, так. Сейчас главное золото, потому что мне очень много золота понадобится. Ну и вообще айтем, чтобы я никогда не промахивался, был бы клёвым. Угу, что тут делать? Без проблем. А, вы не хотите снести там вот ту часть базы их? Ну сейчас схожу, снесу. По идее, скоро вампир лорд. А он где пойдет? Не знаю даже. Наверное, если просто не босс, а конкретно указание, то, наверное, это. Этот мой. Без проблем. Так, нет. Пойду вот здесь вот босса Гасана. Без проблем. Превосходно. Несомненно. Такс. Чё там? Ну, вроде сели не пушатся. Превосходно. Несомненно. Вроде да. Нужно ещё вот то копье чёртовое. Ёшкин кот. Несомненно. Посмотрим. Без проблем. Умеешь ли ты сходиться? Кто это орёт? Супер какой-то чувак меня завалил. Где? Босс. Ну вот здесь вот. Герой наших союзников. Да. Так, а где там? Где там? Где там вампирчик? Ну вот, идет. Надо пойти его завалить. Блин. Этот какой-то... Ага, ага. Он какую-то штуку, короче, типа ульты Варвика делает. То есть он тебя дико дамажит и ничего делать нельзя. Блин, а где этот Мурлок? Все, я как бы отдался. Кстати, смотри, тебя также, скорее всего, заберут. Если у него, ну, еще не откатилось. Точнее, еще уже откатилось. Блин, ну слушай, не знаю. Типа его в два, ну, в соло не забирают. А вон он кого-то прошел только что, лол. Давай, убивай его быстрее. Точно в цель. Ну, вроде нормально. Но здесь сейчас еще Мурлок придет, который на меня 10 тысяч армора кидает. Хотя у меня и так армора норм, конечно. О пощаде. Они не да блин, ну алло. Точно в цель. Хм. Моли о пощаде. О, 50 агил спер. Да, прикольно. О, кстати, Vampire Funks. Ага. 900 хп, 900 маны. 11 хп в секунду. Блин, прикольная штука там лежит. Убит герой наших союзников. Угу. А где Killer Blade? Герой наших союзников. Гвард. Вперед. Слушай. Вперед. Блин, где Killer Blade? Он же был. Блин, фига у вас там шмот. А, чертовы подлаги. Тебя тоже вот прям постоянные подфризы? Нет. Да ладно. В целом хорошо. Блин, походу это у меня из-за записи. Ну, может быть, плюс. Ну, типа, ну все-таки, ну, понятно, что ну, слабее, чем. Ой-е. Без проблем. Говорите точно, сколько вешать? Блин, запарило так подлагивать, конечно. А так спит текс. А, 9 лайфстил. Вот этой штуки. Кстати, вроде разлагало. Так, ну все, этот у нас конь становится Ctrl 6. Да, ну все, я теперь никогда не промахиваюсь. Пойду дефать линии. Вот там какой-то. А что за всадник там? Артас какой-то. Офигеть. 27 тысяч хп, он просто уничтожает, смотри. Где?
Да у вас на линии, и у нас, везде, на всех линиях. Охренеть. Ну, Дэв, иди как-то, я иду. Он меня просто, у него спит еще бешеный. Он меня убил. Понятно, видимо, ГГ, да? Ну да. Ты посмотри на него вообще. Да я его убью, иди, я уверен. Ну понятно, что ты его убьешь, но тут ты же один у нас такой. Всю карту. Хотя надо молотов... дефалку, юзай, главное в этом. Блин, я бегу, меня... Когда будет плохо, юзай дефалку. А, все понял. Да блин, меня тут постоянно ловят всякие гады. Я прожил. Без проблем. Этот мой. Несомненно. Без проблем. Превосходно. Несомненно. Так, 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 Dusk Knight тут еще остался, надо его завалить. Пощаде. Без проблем. Превосходно. Без проблем. Ну да, мне кажется, тоже тут. Несомненно. Ну, блин, еще хуже. А как же айтемы? Как же боссы? Так, а боссы, где боссы там? Без проблем. Несомненно. Ну, в смысле, те боссы на карте. А, ну иди убивай их скорее тогда, ты вот собрал же клевый этот? Да я собрался, забрался, но я боюсь, вы не задефаете. Ну, я одну линию могу держать. Блин, ну глупенько, давай, режь всех. Да, без промахов, конечно, намного круче. Угу. А здесь какой-то стандартный шанс промахов есть, я так понимаю, да? Не знаю, но по собакам и по баньшам все очень плохо. В плане промахов. Я не знаю, я задолбался уже смотреть эти айтемы. Ну вот, как бы, три айтема у меня есть. Этот какой-то там драконий, там надо что-то делать, и он не работает с экскалибром. Блин, коня... Коня убили. А, ладно, не страшно. О, damage аура всем. Блин, прикольная штука. Дэмэдж аура по всем негеройским юнитам 300 дэмэ, 300%. Угу, 300%? Да. А, ну не геройским это, в принципе. Типа, ну, в волне, короче, 300% урона, да? Да, по мобам по обычным. Может, уже пора купить коня, который 6 шмоток может таскать. Я уже давно купил. Мне бы, конечно, на людей сейчас скидываться. Я не знаю, надо вот этого завалить. Блин, народ, вот это, давайте, дефайте. Гном зачем-то ходит. Я-то все равно танкую лучше, чем гном. Зачем мне танк? Надо лучше. Ну так ты ему как-то сказал, чтобы он с тобой ходил, вот он и ходит. Без проблем. Офигеть, безумие. Чего? Ну он очень жесткий. Герой наших союзников. Ай-яй. Ну блин, отстойно, что нету. Писали, вот Вадим, этот айтем на лайфстил здесь. Я уже 4 айтема с этого, или там сколько, 3 айтема с этого магазина взял. Лайфстила нет. Сейчас же еще супербосс какой-то. Ну или просто боссы. Ну да, кстати. Да блин, слева так и не пропушили. Самая вот левая линия, блин. Так и не снесли здание. Ну да, так и самая... Не самая левая тоже не снесена. Ну самая-самая левая, а не самая левая, там я походил чуть. Вперед. Так, сейчас надо купить курьера. Пойти по какой-нибудь линии.
Где босс-то? Что-то он долго идет. Ну, наверное, вонялка сильная, да, так и есть. Сейчас Immortal соберу. Охренеть! Че, сильный босс? Да у него этот сплэш на полэкрана. Я отправил через атаку и даже не смотрю. Ну, я понимаю, да? Они не увидят меня. О, Killer Blade. Так, где все хуже всего? Наверное, вот здесь вот. Блин, где там этот коньяка? Ctrl 9 пусть будет. А, я так и не купил эту штуку. Текс. Без проблем. Вперед. Так, вот дерево гадское. Ну, кстати, блин, вот с этим, с бонусом от Агилы, с вейвами очень мало денег стало идти. Почему? Ну, потому что это все не стакается на голд. Только вот именно основной мой дамаг, родной. Понятно. А с этого Potion of Restoration главное выпало баланс. С того там куча крутых айтемов. Так, он в КД, кстати. Без проблем. Так. По приказу. Превосходно. На. Ой, Кинари что-то не живет. Вперед. Герой наших союзников. Несомненно. Текс. И здесь, видимо, еще дерево осталось. Так, 9. Собираем Immortal. А тебе надо этот Immortal? Говорите точно. Очень надо. Сколько вешать? Время можно. Прям очень-очень надо. Блин, уйдите все. А что, я тут что ли рядом? А, я пробегал рядом, блин, теперь сбилось все. У меня просто этот вот тренд этот... Он два раза махнул в другую часть экрана, я сдох. Сейчас на фонтане будет. Несомненно. 9. Значит, покупаем. Так. Так. Ты готов? Скоро заберешь на фонтане? Вот уже бегу конешкой. Наших братьев напали враги. Кладу, короче, вот. Оп, вот у голубой конешки. Угу. Эти все хотят забрать того чувачка. А, кстати, вот в ту пещеру бы сходить. А здесь как? Без проблем. Главное, а чтобы не отдали сейчас люди. Блин, тут Кинарий. Я пошел там левую дефать. Ну да, но сейчас с Immortal'ом ты теперь жирненький, так что. Угу. И Кинарий еще тавка вообще. Кинариус, который 9-9. Ну он и Кинарий, и Кинариус. Вообще. Лич пришел. Ну сейчас лича туда завалю. Заодно здесь базу немножечко этот разорю. Ну, кстати, лич уже такой. Ну не то, что прям опасный для меня, но... Говорите точно. Сколько вешать? Можно ли внуть? Ох, этот Кинариус. Хотят супербосса завалить, конечно, наши. Но я даже не знаю, я боюсь, что не справимся. Но сейчас я снесу еще здание, чтобы наши крипы стали еще сильнее. Че там, как вообще по линиям? Ну так, все плохо. Плохо опять. Что ж такое-то? Ну сейчас, по идее, наши крипцы должны стать чемпионскими вообще. Да, но у нас минус 2, и у нас и боссы идут. Ох. Они не увидят меня.
А где боссы? Прикольно. Че? Наших союзников. Ну, он новую кидает. Которая меня убила. И Кинариус Савк стоит. Они не увидят меня. Блин, зачем гном за мной ходит, блин, по их базе? Он, конечно, хочет ту этот сломать. Я пишу уже. Чего ты? На город наших братьев напали враги. Он Шуманжилос башенки строит, но личик ваншоты. Шуманжилос-то строит только. Блин, вообще все плохо. Ну сейчас на ассасина надежда. Да, ассасин что-то вообще бегает вокруг лича. Что такое? Он АФК что ли? Не, ну может ему надо со спины подойти там. Текс. Блин, я не знаю, тут крипцы обычные какие-то. Без проблем. Несомненно. Этот мой. И что тут, вроде спасаемся, да? Или нет? Не, ладно, бегу на базу, короче, от греха подальше. Хочется... Ну что, я по идее им базу вообще расчистил, то есть остался... Говорите точно, сколько вешать? Так, блин, ну беги, беги, родная. Они не увидят меня. Этот мой. Вперед. Превосходно. Ну, ассасин живет благо. О, ёшкин кот! Несомненно. Превосходно. Несомненно. Тут два лича. Левого лича! Левого лича дефайте! Здесь-то я задефаю. Ну алло, на левого! Ну, в смысле, я бью его. Да. Он бьет сильнее. Герой наших союзников. Минус 3 только что сделал. Герой наших союзников. Минус 4 сейчас. Да, блин, Мурлок, ну бас, что ты тут ходишь? Дефай! Ну как так? Минус 4 сделал. Один лич. Да. Все, я отомстил. Я убил его. 2 часа играли, офигеть. Не, ну блин. Жестко. Да, жестко и долго. Да, ну пацанам надо становиться полезными, конечно. То есть, ну, надо дефать базу, чтобы лич шел один. О. Ну, ладно, Хейн, типа, вначале дефает. Ладно, Бауман Хироид пытался с нами боссов валить. Но, конечно, вот... Кукиду и Кинариус были абсолютно бесполезными. То есть, вот, по сути, у нас было меньше на 2 человек. Это, конечно, беда. Но он по войску бита, наверное, понятно это будет, да? 178, 289. Ну, то есть, даже в таком режиме, даже в таком легком режиме, если пытаться прям вот далеко зайти... То есть, мы могли еще примерно... 40 минут назад убить главный дом, оттуда вывалился босс, мы бы его завалили. Но если мы пытаемся супер далеко зайти, то надо, чтобы все были нормальными. А пацаны были, ну, совсем какими-то невнятными. Учитывая, что видосы уже по этой карте были и так далее. Просил сильных всегда в нее заходить. Ну, обидно, конечно, но в любом случае зато можно будет еще раз сыграть за этого супер-мега-героя. Заодно там надо поспрашивать, может, за дротов, что там на вампиризме есть. Ну, может, с боссов что-то сильное выпадает. Ну, непонятно, что. Еще более крутой герой. Чего? А может, есть еще круче герой? Ну, в смысле, это герой, это, который деньги за удары деньги дает. Что еще круче-то есть вообще в мире? Ну, вообще в этой карте, по идее, надо кузнеца еще показать. То есть, ну, вот вместо Кинариуса мог бы какой-нибудь супер-мега-кузнец, который бы сковал вместе какие-нибудь 2 айтема мои, например. И это было бы реально уже next level. Ну да. Вот, а так просто стоял пацан, который еще и АФК-шал, блин. Это, конечно, раздражает. Вадим, какая следующая карта? Ну ладно, ничего. Я надеюсь, что вам понравился этот видос, тем более он будет сокращен, потому что, ну, там некоторые моменты были скучными, когда меня убивали, например, я ничего не делал, ничего не показывал особо. Вот. Ладно, всем пока.